понимаешь, многие виды спорта с коронавирусом просто сели и как-то отдыхали, там занимались общей физической подготовкой. Нас этот старт держал. Нашим детям, они не были сегодня. Сегодня не Олимпийские игры. Это чемпионат Европы, но не Олимпийские игры. Нам было очень сложно удержать детей. Все, которые сюда приехали, они герои. И для них удержать детей, это было очень сложно. И нужен был старт. Потому что после этого старта можно хотя бы вздохнуть, иначе спокойно готовиться дальше к Олимпиаде. У меня, например, стоит задача. Я знаю, что мы внесли вклад тем, что мы это состоялось, это сделали. Это шикарное дело. Поверьте, нас смотрел весь мир. Вот весь мир наш чемпионат Европы смотрел. И вы даже не представляете, нам говорят, вот по рейтингу мы, может, в телевидение не вписываемся какой-то, да, но есть интернет. И нам даже ЛТВ разрешили транслировать, и мы транслировали, и все смотрели. Понимаете, детям тяжело. На улице вон ходят, мороженое кушают, гуляют все. А этим нужно минимум 80 часов в день работать. Это надо им прежде всего, потому что они это любят. И в жизни все нужно, понимаете? Нужно успеть сделать что-то в этой жизни. Как я говорю, жизнь короткая, надо успевать работать, успевать что-то делать. Вот, сегодня просто не наш был день. Мы вчера хорошо, у нас очень хорошо молодежь выступила, просто шикарно. Очень тяжело, например, ты 10 лет готовишь вот с такого, готовишь, а потом, когда выходит в 16 лет ребенок на площадку, ты начинаешь понимать, что ребенок психологически не может, вот как с тур было. Вот ей тяжело было. Вот уникальная девочка, просто уникальная. В мире есть такого нет чуда, по данным, но данные сегодня не показатель. Показатель только характер. Сейчас мы ищем детей, которые обладают характером. На этот кубок чемпионата Европы мы ставили задачу первую – сохранить детей и готовиться дальше. Дети 19 лет, 20 лет хотят чего-то другого. Я не знаю, что в других видах спорта проходит, но я могу сказать следующее, что эта проблема сегодня везде. И сохранить практически без соревнований нереально и невозможно. Вот эти старты, поверьте, наверное, художественная гимнастика и футбол у нас по Украине в лидерах идет, потому что мы боремся за то, чтобы сохранить людей.